Гуманитарная помощь продолжает прибывать в Западно-Казахстанскую область. На этот раз из области Жетысу собрали 85 тонн груза. Кроме вещей первой необходимости и продуктов привезли автономные генераторы и мотопомпы. Отмечу, с начала паводка в регион прибыло почти 500 тонн гуманитарного груза из Алматы, Шымкента, Актау, Кызылорды и из Кыргызстана. Сейчас для нашего региона непростое время. Помощь прибывает из всех областей нашей страны. Присылают гуманитарную помощь, прибывают дополнительные силы и техника для проведения противопаводковых работ. Для нас это огромная поддержка. По инициативе предпринимателей, работников перевели в благотворительный фонд около 150 миллионов тенге, а также область Жетысу будет отправлять для ремонтных работ дополнительно цемент.